Всем привет, дорогие подписчики или гости моего канала, с вами Никита Новиков. Сегодня мы продолжаем эту игру, которая называется, вы уже знаете как, по названию видео, Deagloid Knights. Друзья, кстати говоря, хочу вам признаться в том, что я не зарегистрирован в GameJolt, поэтому, друзья, я кликаю просто в офлайн. Зачем же мне, вот, если можно играть в офлайн? Это не важно, потому что... Теперь, друзья, если вам не лень, можете вы посмотреть мои предыдущие серии по данной игрушке. Да, именно, можете найти на канале видео, типа, друзья, я знаю, вы уже знаете, что я пропускаю на нашу игру. Спасибо, почему я... Переводить вообще речи. Теперь, друзья, мы спускаемся вниз или вверх? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Скажите, а вдруг мы в... А вдруг это тебе в горах? Друзья, напишите в комментариях, где находится данная пиццерия. Может, мы в горах, либо вообще где-то под землей. Может, почитать ваше мнение будет интересно в комментариях. Конечно же. Можете написать, а где же еще игры? Потому что... Друзья, вы уже знаете, что это Deagloid Knights именно на ПК, но это не важно. Сейчас я все готов. Все, я готов. Thank you.
Мы заканчиваем, потому что мы за эту серию прошли четвертую задачу выполнена. Возьмем. Выдохнуть на удачу. Конечно же, друзья. Ладно, давайте все-таки продолжать. А именно это, к сожалению, будет следующая серия. Это будет следующая серия. Я как обещал вам. Всем удачи, всем пока-пока-пока! До новой встречи в следующем ролике!